Да, с 1 января 2017 года внесены изменения в лесной кодекс, в 36-ю статью, и в закон об охоте, это 49-ю статью, 54-ю статью, где прописано четко, что к объектам охотничьей инфраструктуры в настоящее время относятся в том числе ограждения, вольеры, ну и другие сооружения. То есть было устранено правовой пробел, который существовал достаточно длительное время после отмены вот вышеуказанного приказа, потому что приказ был непрерывно отменен, когда вступил в действие новый закон об охоте. Раньше этот приказ был в исполнении закона о животном мире, и большинство пользователей работали в соответствии с законом о животном мире. Когда у нас с 2010 года вступил в силу закон об охоте, потихонечку приказ был признан утратившим силу, и у нас возник некоторый правовой пробел в этом. Ну вот летом прошлого года закон был принят, с 1 января он вступил в силу, и надеемся, что в настоящее время никаких препятствий для ведения такого образа, ну, такого интенсивного пути развития охотничьего хозяйства на сегодняшний день нет.